Певец Витас вновь громко заявил о себе. СМИ сообщают, что пьяный Виталий Грачев устроил стрельбу во дворе своего дома, чем всерьез напугал соседей. Они тут же сообщили об этом в правоохранительные органы. Чем закончился визит полицейских к артисту, узнал Александр Белибов. В 5 километрах от МКАД, по Рублево-Успенскому шоссе, между знаменитой Барвихой и не менее известным поселком Раздоры, располагается вот этот коттеджный поселок под названием Флоранс. Заборы, что не перелезть, система видеонаблюдения по периметру, круглосуточная охрана. Жить здесь дорого, престижно и спокойно. Во всяком случае, так должно быть. Но накануне покой жителей элитного поселка нарушили громкие хлопки, больше напоминающие выстрелы. Сотрудниками полиции был установлен 39-летний мужчина, который в присутствии своего малолетнего сына стрелял из сигнального пистолета. В результате происшествия никто не пострадал. Мужчина был доставлен в отдел полиции. Тот самый 39-летний мужчина, о котором говорят полицейские, Виталий Грачев. Хотя многие его знают под другим именем – Витас. Вот он демонстрирует прекрасный вокал, пленивший миллионы меломанов. В полиции артист не пел, а, как говорят, сделал вполне внятное заявление. Мол, на своем участке он стрелял по воронам и подумать не мог, что его действия наведут столько шума. Коттеджный поселок Флоранс – место, как принято говорить, элитное. Цена самого простого таунхауса начинается от 1,5 миллиона долларов. Публика живет состоятельная. И по некоторым данным, соседи уже не в первый раз жалуются на поведение известного артиста. Своим поведением Витас отличился не только по месту жительства. Май 2013-го. Площадь перед ВВЦ. Подумал, опять на телевидении. На телевидении знаменитый певец Витас действительно попал, как бы сказали в шоу-бизнесе, взорвал эфир. Трезвым Виталий Грачев под палящим майским солнцем явно не выглядел. За несколько минут до того, как было сделано это видео, на своей иномарке он сбил велосипедистку. С места происшествия пытался скрыться, но врезался в другие машины. Тут и подоспела полиция. Нарушитель. Я его покажу. Снимать наручники с артиста стражи порядка не спешили. Изъяли из его автомобиля муляж пистолета Макарова, которым Витас размахивал и угрожал девушке. При этом от прохождения медосвидетельствования певец категорически отказался. Оборонялся как мог, вместе с союзником, с супругой. Крупную, наверное? Увидев камеру, супруга Витаса Светлана заговорила совсем в другом тоне. Потерпевшая девушка отделалась ушибами и царапинами. После разбирательств Витас угодил на сутки в больницу. Позже он заявил, что был совершенно трезв и объяснил свое состояние шоком и долгим разбирательством на месте ДТП. Скорее всего, подобной позиции о собственной невиновности Витас будет придерживаться и сейчас. Комментарий прессе певец пока не дает. Виталий, вы меня слышите? Да. Да, здравствуйте. Меня зовут Татьяна Прокуратова, я корреспондент телеканала «Россия-24». А можно у вас поинтересоваться, что же за инцидент такой произошел с птицами и стрельбой? Абонент временно недоступен. Видимо, на осмысление ситуации артисту понадобится какое-то время. Но хорошо, что в этот раз среди людей пострадавших нет. Правда, о судьбе ворон ничего не известно. Александр Белилов, Сергей Ухваренок, «Вести», дежурная часть.